Здание больницы скорой медицинской помощи требовало перемен и реновации давно. Приемное отделение учреждения здравоохранения выходило на центральную городскую улицу, улицу Ленина, что создавало некоторые неудобства как для пациентов, так и для самих докторов. Теперь в распоряжении врачей и медицинских сестер новый трехэтажный корпус. Построен корпус к нашей больнице, в которой расположилось на первом этаже приемное отделение, на втором этаже диагностическое отделение, на третьем этаже административное помещение. Вложенные в строительство и в оборудование это средства городского бюджета в сумме общая стоимость объекта 7 миллионов белорусских рублей вместе с оборудованием. Помог также Минздрав в поставке сложного высокотехнологичного оборудования, это компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф. Тоже это в сумме 3 миллионов белорусских рублей. Возводился новый объект силами представителей компании «Продом». Сдан корпус был несколько раньше намеченного срока. Немалые средства были вложены в реконструкцию. Однако теперь брещане получили современное учреждение здравоохранения. Торжественный момент перерезания ленты. И вот уже почетные гости проходят внутрь, чтобы оценить все то, что было сделано. Уютные кабинеты и просторные процедурные. Лаборатории, оснащенные по последнему слову техники. Аппараты КТ и МРТ. Все для того, чтобы сделать пребывание пациента в лечебном учреждении максимально комфортным. Министерство здравоохранения уделяет большое внимание, прежде всего, развитию высоких технологий не только в столице нашей страны, а в регионах. И город Брест, Брестский регион является лидером в этом направлении. И ежегодно с уровня республики в регион поступает высокотехнологичное оборудование. К примеру, в прошлом году поступил ПРАТ-КТ, МРТ, в эту больницу, и мы сегодня в преддверии праздника открываем введенное в строй оборудование, которое позволит увеличить доступность диагностическим исследованиям по компьютерному диагностике, по исследованиям в области МРТ. По итогам года система здравоохранения Брещины названа самой лучшей и продуктивной в стране. Во многом благодаря тому, что область оснащена необходимым оборудованием и технологиями как для диагностики заболеваний, так и для их лечения. Теперь качество оказания медицинской помощи в Бресте станет еще выше. Как отметил губернатор региона Анатолий Лис, теперь эту планку нужно удержать и закрепить. Сегодня много наших граждан задумываются о своем здоровье. Они проходят обследование добровольно. Это очень радует нас. Ну а то, что касается укрепления материальной базы, естественно, что это не один объект, и мы будем делать и продолжать, значит, строительство, модернизацию. В этом году у нас начато строительство, значит, корпуса детской областной больницы, и тоже будет установлено вот такое новейшее оборудование. Другие, значит, вы знаете, отделение гемодиализа мы открыли в Драгичине. И еще ряд объектов, которые будут строиться, будут открываться. И в дальнейшем мы проектируем вот новый корпус медицинского центра, который должен быть также со временем построен в городе Бресте, в новом микрорайоне Юго-Запад. Торжественное открытие нового корпуса состоялось в преддверии профессионального праздника медицинских работников, что особенно символично. Церемония продолжила череду праздничных мероприятий для тех, кто стоит на страже здоровья жителей Брестской области. Праздничное мероприятие по случаю Дня медицинского работника принимал областной общественно-культурный центр. Здесь свои заслуженные награды получили самые талантливые представители системы здравоохранения области. Все учреждения здравоохранения Брестской области, у нас они работают сейчас в штатном режиме, и обеспечены, наверное, даже лучше, чем в республике, кадровое обеспечение. Коэффициент совместительства у нас минимальный, 1,01 у медсестер, 1,13 у врачей. Всего 7,5 тысяч врачей, 17,5 тысяч среднего медперсонала. А вообще в нашем здравоохранении Брестской области работает 43,5 тысячи медработников. Это большая армия, которая оказывает помощь нашим пациентам. Труд медицинских работников непростой, но очень нужный и ответственный, забывая об отдыхе, а порой и личных амбициях. Доктора остаются верными клятве Гиппократа, приходя на помощь тогда, когда это необходимо. И пусть не всегда они слышат слова благодарности за свою работу, но они понимают, их дело важно и нужно людям.